24 золотых медалиста в одной из красноярских школ – это рекорд для краевого центра. Круглым отличником оказался каждый шестой выпускник 150-й школы. Поздравить с таким успехом учеников, их родителей, педагогов приехал временно исполняющий обязанности губернатор Александр Ус. Он лично вручил молодым людям и девушкам аттестаты зрелости и золотые медали, а их мамам и папам – грамоты. Также глава края выступил перед выпускниками с напутствием. Когда-то в молодости мне запомнилось очень простое выражение известного французского горнолыжника Жан-Клод Кели, пятикратный чемпион мира, известный тренер. Он сказал так: «Тело человека едет туда, куда смотрят его глаза». Именно поэтому ставьте перед собой высокие цели и уверенно к ним идите. Тогда у вас многое получится. В добрый путь! На самом деле перед экзаменами очень сильно волновалась, но когда поняла, что все это из школьной программы, стало намного легче. И я удивилась, когда написала, ну, достаточно высокий результат. Поэтому я очень рада, что закончила школу, как бы уже будет смена такая